Здравствуйте, меня зовут Эрик Олевко-Гришин, мне все так же 16, я все так же проживаю в Москве, все так же учусь, репетирую с группой и немножко снимаюсь. Вот так. Я ударник. Могу кратко рассказать о себе. Табуретки я не люблю. У меня жопа болит. Не глухой, слепой, вроде умный. Хотя, судя по тому, что я должен был сказать 3 слова, а я сказал 4, значит, не слишком умный. А можно с матом? Тогда не расскажу.